предстоящие сутки осадки будут несущественными. В прибрежной зоне возможен дождь, а в горных районах мокрый снег. Ухудшение погоды произойдет в ночь на воскресенье. Где-то в середине ночи мы ожидаем приближения дальнейшего прохождения холодного фронта на территории города Сочи. С этим будут связаны более интенсивные осадки и понижение температуры воздуха. Как вот уже прозвучало, в прибрежной зоне до 0-2 в ночные часы, в предгорной зоне до -5, в горной зоне более низкие температуры. Таким образом, в воскресенье в центральной части города возможен мокрый, а в горах и сухой снег. Снежный покров в отдаленных населенных пунктах может достичь 10 сантиметров. Такие погодные условия сохранятся ровно на сутки, затем картина улучшится. Тем не менее, чтобы в выходной день не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, Мукдин Черми дал ряд распоряжений главам районов, коммунальщикам, сотрудникам госавтоинспекции, спасателям и специалистам других служб города. Все знают, естественно, нужно подготовить персонал, технику, нужно привести в готовность бригады по очистке деревьев от мокрого снега, принять меры по укрытию теплолюбивых растений. У нас есть высокогорные участки в центральном районе, в Хостинском районе, в Лазаревском. Во всех территориях есть высокогорные участки, где при малейшем выпадении снега у нас, как обычно, начинаются проблемы. Выпадение мокрого снега может стать причиной образования гололеда на дорогах. Поэтому автовладельцев просят воздержаться от поездок на личном транспорте с летней резиной. Для своевременной расчистки трасс в готовность приведут уборочную технику. Первый заместитель главы города также распорядился, чтобы бесперебойной была работа объектов жизнеобеспечения и общественного транспорта. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.